А вы знали, что у хорошего блендера важны не только двигатель или классный дизайн, но и материалы, из которых он изготовлен? Чаша этого корейского блендера производится из тритана. Это удароустойчивый прозрачный полимер, который отлично зарекомендовал себя в производстве чаш для блендеров и отжимных корзин шнековых соковыжималок из Кореи. Полезный объем этой чаши составляет 1,6 литра. Закладывать продукты выше данной отметки не стоит, чтобы не перегружать блендер. С минимальным объемом тоже все просто. Ингредиенты должны полностью закрывать ножи. Кстати, эти ножи изготавливаются из японской нержавеющей стали, а корпус из прочного глянцевого пластика. Не забывайте вовремя мыть чашу после использования, чтобы впоследствии не отдирать засохшие продукты. Налейте немного воды, пару капель моющего средства и включите блендер на несколько секунд. Обратите внимание, горячий пар, вода от 60 градусов, а также сушка в посудомойке способны негативно повлиять на внешний вид кувшина. Поэтому производители не рекомендуют мыть тритановую чашу блендера в посудомоечной машине. Имейте это в виду.